Здравствуйте. Продолжаем работу в домике. Значит, добрались, как говорится, до чердачного помещения. Вот сейчас зима. Значит, проводим работу по утеплению чердачного помещения. Но здесь главным образом, что мы будем делать? Вот видите, вот балки стоят, вот эти доски двадцатка. Доски двадцатка стоит. Единственное, значит, что положили мы их расстояние немножко разное, и приходится, значит, каждый лист утеплителя отдельно вымерять и укладывать. Расстояние здесь у нас получается, значит, доска двадцатка, значит, и получается вот, значит, 4 слоя утеплителя. И вот мы видите, вот, если там посмотрите, там уже все сделано. Вот сейчас сюда подошли, осталось немножко. Вот это, значит, мы таким образом уложим. После этого, значит, набиваем сюда брус, тоже 50-й брус, по расстоянию утеплителя. И еще один слой перекроем этим брусом, вернее утеплителем. И сверху, значит, я думаю, планирую, значит, доской. И на этом утепление, значит, чердачного помещения будет завершено. Значит, работаем вместе. Будет следующий этап работы. Значит, посмотрим, поделимся опытом. Завершили утепление потолка. Ну, значит, утепление было сделано следующим образом. На первом видео было видно то, что, значит, 20-я доска стояла, значит, она была стаку, значит, мы поставили. И перекрыли, значит, еще утеплителем, вот видите. Получается, еще брус набивали 50-й и утеплитель вставили. Ну что, здесь, в принципе, все очень просто. Проблем никаких не было в работе. Единственное, что, конечно, в жаркое время года, то есть вот летом, очень жарко здесь, очень жарко. И здесь осталось немножко доработать. Это будет делаться или поздней осенью, или даже, может быть, зимой. Почему очень жарко? Что мы еще здесь планируем сделать? Здесь еще пару изоляцию поставим, да? И вот 25-й доской вот так вот зашьем просто вот так вот. Вот. Ну, может быть, с промежуточком где-то так вот, чтобы можно было здесь вот под крышей перемещаться. Значит, пирог утеплителя получился, значит, в районе 25-30 сантиметров. Если вот тут там есть люк, лаз, можно посмотреть. Получается, здесь, значит, 20-я доска стоит 20 сантиметров, значит, плюс еще 50-й брусок, еще 5 сантиметров, значит, плюс, значит, доска 25-я с одной стороны, и здесь еще, если 25-я будет доска и вагоночка, это вот около 30 сантиметров. Я думаю, такого утепления крыши будет достаточно. При укладке утеплителя, особенно вот под крышей, целесообразно использовать респиратор. Вот я, значит, такого типа использовал. Ну, это так, слабенький такой. А вот, значит, такого типа из респиратора. Вот, значит, получше, дышать ним похуже, конечно, тяжелее. Но зато не забивается эта пыль, значит, стекло. И будем говорить, что результат лучше. Кому-то будет полезно, пожалуйста, используйте. До свидания, до новых встреч.